Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопиджано Самаюктам Бриндаваном Манохарам Ванчакалпатару Васхипасиндхавача Патитананг Павунебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Яткипатамаханга Ванде Парамананда Мадхавам Бриндаваи Тулсидевай Пиявай Кешава Сача Сна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттуи Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Наруттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудирад Чанкиртане Кришна Катху Пудеше Гаурия Патрашо Пракасане Ча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхавагна Мавиштадухам Тетас Падам Сивабиринчанутам Сараньям Витатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушоте Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапикабаваду Свадарши Пурнанурагра Сасагра Сарамурти Сарадхикамай Кадакипам Караши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодато Санкиртаной Капитару Камала Йотакшау Вишамбару Вишамбару Югавару Дхармапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам, Муктин Ча Муктин Ча Тада Синитям. Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вивуши табам бхагам Нараяно прияманго мада пхарам Варанаси пуранатурапати бхаджави шанатам Ваги саджуша бадане лакшмир яша ча бхакшаши джасьясте хидая самбид твам нишинга махам бхаджи хари кришна 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 хари 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 рам хари рам 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 Хари Хари Саринам Баушу Вигьянам Карма Гунан Асуна
Гурварте дхаре джасту шашишаха нетарасритаха. Сарирам баушу вигьянам карма гунану асуна. Гурварте дхаре джасту шашиша нетарасритаха. Гаурия Госипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру told. Гаурия Госипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что саду тот, кто все 24 часа в сутки занят намасанкиртаной и харикатхой. Гаурия Госипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что тот, кто всегда занят намасанкиртаной и харикатхой, кто постоянно занят харибаджаном, тот настоящий саду. Тот, кто всегда занят деланием чего-то полезного для хари и гуру вайшнавов. Они настоящие саду. Просто те, кто носит одежду саду, нельзя сказать, что это саду. Саду — это не тело. Саду — это не какое-то материальное тело. Саду — это чувство внутри, и это зовется саду. И вот все 24 часа в сутки те, кто заняты в том, чтобы делать что-то полезное для хари гуру вайшнавов. Те, кто пытаются сделать что-то полезное для Бхагавана, они настоящие саду. Шрила Прабхупад очень часто говорил, что это очень сложно спасти обусловленную душу. Как я видел, когда люди вот ловят рыбу, сидят часами с удочкой, пытаются поймать кого-то. А рыба, она плавает вокруг, ест приманку и уплывает. И вот люди так безуспешно пытаются поймать. И такая же ситуация у нас. Дживамина, слово используется, что душа подобна рыбе, которая плавает в океане Майи и чувствует себя удобно. И спасти обусловленную душу с такого океана Майи очень сложно, практически невозможно. Гурудев, он помогает нам, но мы не всегда можем удержаться на его пути, падаем опять в этот океан Майи. И Шрила Прабхупад часто говорил, что освободить обусловленную душу с океана Майи и помочь этой дживатме достичь вечного духовного мира. Это очень сложно. Вы можете построить тысячи больниц или школы, или еще чего-то. Можете сделать много вещей. Но если вы спасете хотя бы одну душу из этого материального мира, вы получите золотое одобрение от Верховного Господа. Но это очень сложно, но все же вы должны делать, поскольку это указание Бхагавана Шри Кришны. Это указание Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. И вот мы не можем просто взять и уйти в какое-то уединенное место для уединенного баджана. Мы должны помнить, что сказал Шрила Прабхупад нам.
Но Гуруварга не смотрит, помогают нам, чтобы мы не делали ничего плохого, что повредит нам на нашем баджане, поэтому очень сложно. Для подлинного саду, кто думает о удовлетворении Бхагавана, кто всегда помогает душам встать, избавиться от майи. Иногда они решают, но не могут воплотить это. И вот саду тот, кто всегда милостив ко всем живым существам, ко всем живым. Милость не значит давать какие-то деньги, одежду, какие-то другие материальные вещи. Шрила Прабхупада много раз говорил, что помочь избавиться от обусловленности души – это наивысшая милость. Но глупые люди этого мира не могут понять это настоящее значение милости. Добавить какой-то огонь, масло в огонь. Некоторые думают, что это милость. И вот они не могут помочь дживатме избавиться от влияния майя. Но наоборот, они толкают их в этот материальный океан. Вот такие ложные саду, которые нас сами находятся в обусловленном состоянии, они не могут ни на каплю увеличить веру, а просто делают все же для большей обусловленности своих последователей. Шрила Прабхупада много раз говорил, что некоторые люди, они действуют как ачарьи. Они служат своим ученикам. Раздают мантры недостойным людям. Это их харибаджан, так называемый, так их проповедь. Я не говорю ни одного слова неправильно. И никто не может понять, что я говорю ложь, у меня нет враждебности, зависти. Я вынужден говорить так, поскольку Шрила Прабхупада сказал так, и много раз Шрила Прабхупада говорил. И большинство из наших гуруваги, они следуют достойному ачарону, но Шрила Прабхупада, он иногда ругал их для того, чтобы предупредить о чем-то, иногда Шрила Прабхупада сожалел, что никто не хочет говорить то, что никто не смеет повторить то, что я говорю. Если я буду говорить о Рамануджачаре, то, что он говорил, помните, не забывайте, это подобно дорожному камню, указателю на нашем пути.
Вот если я цитирую наставление Рамануджачари, у меня нет права добавить что-то лишнее или убрать что-то с его слов. Мы должны в первозданном виде повторить его наставление. Или когда мы поем киртан, Махаджанту мы тоже не должны добавлять или что-то убавлять. А сахаджи вот этим как раз и занимаются, что все меняют. И вот эти киртаны мы должны петь в определенном ритме, в определенном тоне. В их обычно указывается, особенно бенгальские киртаны. И вот Вишванатха Чакраварти пишет. Ну, в смысле, в каждом киртане на различных языках там описывается так же, как их нужно петь, в каком настроении, в каком тоне и прочее. И после этого разные ставы, они тоже должны на определенный манер повторяться. То есть утренние киртаны в одном настроении поются, обиденные в другом, вечерние в третьем, и вот видишь. Вот утром вот так вот киртан поется, вот так, днем. И вот полубоги тоже смотрят за этим, если кто-то неправильно поет, они недовольны, поэтому веды, веданта, те, кто недостойны, для них не запрещено их читать. Если они сами читают, то ничего хорошего не происходит. You are going to speak about Rig Veda, Sham Veda, Yajur Veda, all some, each Veda, each Richa chapter, but there is some particular tune and rhythm. И вот каждый Веды, их разделы, главы, эти части, их они тоже читаются в определенном тоне. И те, кто их читают, должны поддерживать высочайшую чистоту, чтобы ум не осквернялся, иначе без должной концентрации они не получат никакого блага от чтения вед. Мудры тоже в процессе используются множество правил и предписаний. Поэтому для глупых людей запрещено изучать веды. Так или иначе, они могут слушать Бхагаватам, читание Бхагавата, читание Чайтамриту, это проще.
И вот Гуру Сева – это наивысшее. Много раз Шрила Прабхупад говорил. Служение Гурудеву – это наивысшее. Ничто мы не можем сравнить с Гуру Севой. Гуру Сева, она никогда не может быть сравнена с чем-то иным. Шрила Прабхупад много раз говорил. Гуру Сушросанам нам, Гуру Сушросанам нам, Сарва Дхарма Таматтама, Тасмат Дхармат Пару Дхарма, Павитрам Дхарма Навитта. Nothing can be compared with Guru Seva. Guru Seva is top. Ничто не может сравниться с Гуру Севой. Гуру Сева – это наилучшее, наивысшее. Тате Кришна бхаже коре Гурур Сева. Майяжал чути пае Говинда ча. Тате Кришна бхаже коре Гурур Сева. So many secret things. And I, the sloka I started. И вот та слока, с которой начала, она очень важна. Ученик тот, кто готов предложить все, посвятить все, тело, ум, все, что у него есть. Однажды Шрила Вамана Госвами Махарадж сказал какому-то преданному из Асама, и вот Ваман Госвами Махарадж однажды сказал, вот, ну, в общем, это у него служение было, он готовил Шрили Вамани Махараджа и очень быстро, причем готовил, за час успел рис и дал сам же сделать. И вот вам на Махарадж однажды Вамана Махарадж сказал, что хочет что-то попросить у нее, может ли он дать, то сказал да. Если есть, то могу дать что, все, что вы хотите. И вот Вамана Махарадж попросил, чтобы тот отдал ему весь свой гнев. И тот начал плакать. Тот преданный был очень пунктуален, но иногда гневался. И вот Гуру Вайшнава, они хотят забрать наш гнев, ложное эго и прочие плохие качества, но зависит от нас. Мы иногда не хотим отдавать, проще кому-то отдать какие-то деньги, но мы не можем идти на компромисс с этим. И вот в этом главная проблема, что мы не можем отказаться от нашего гнева и прочих дурных качеств. И вот в первой шлоке говорится,
ученик тот, кто тот, кто все делает для Гурудева. Внешне иногда может не выглядеть так. То есть, может, человек какой-то материальной деятельностью занимается, но делает это все для Гурудева, как Пундарик Видьянитхи, лучший из гуру-севаков. Но внешне он выглядит как какой-то царь или сын царя. И вот внешне можно подумать, что он какой-то материалист. Или если мы видим Джанак Махараджа, то тоже сложно подумать, что он преданный, как он занимается какими-то материальными делами, живет в каком-то дворце. Но Шастра говорится, что Джанак Махарадж лучший из преданных. Что Джанак Махарадж, он очень знающий. Что Джанак Махарадж, он может дать наставление великим Муни Риши. Поэтому внешнее положение не столь важно. Кто-то мужчина, женщина, брамачари, домохозяин, это не столь важно. Гарги, Майтрия. Они хотя были в женских телах, но некто, они написали веды, через них явились веды. Но в эту кали-югу такого невозможно. Веда явилась перед ними, они описали ее в словах, запомнили и записали. Дрошта называется, не тот, кто пишет, а тот, кто. Они видят эти веды, явившиеся перед ними, и записывают их. И вот. То есть Риша не писатели, они просто видящие. Они видят мантры, которые являются перед ними, запоминают их и записывают. То есть они не своего ума производят, а описывают то, что явилось им. Ягьявалка Риша. Он дал нам Шукла Джаджурведу. И таким образом различные веды но не за пределами этого тела. И пока мы находимся в этом, в ограничениях этого материального тела, может, мы думаем, что очень умны, но это не так. Но мы должны пересечь этот телесный лимит. И вот его имя Кунджа Бихари Видьябхушан. Это имя должно быть записано на золотыми буквами. Имя Кунджа Бихари Видьябхушан.
I couldn't pray. It is like simply somebody was supposed to pray. All the leelas of и вот все лила Бхакти Виласти Госвами Махараджа, что он сделал. И вот имя Бхакти Виласа Тирти Госвами Махараджа Кунджады, оно должно быть написано золотыми буквами на небесах Сарасвати Гаудия Бхаджана. Много раз Шрила Прабхупад говорил, те, кто следует Кунджаде, поскольку он принял саньясу через 12 лет, как Шрила Прабхупад оставил этот мир. Он принял саньясу от Ашрама Махараджа. Но много раз Шрила Прабхупад говорил, те, кто следует Кунджаде, сердцем, то они, несомненно, достигнут успеха. Это благословение. Много раз Шрила Прабхупад говорил в письмах, если я могу развить то вайрагью, которое у вас есть, то отречение, которое есть, и то чувство Гуру Севы, ты предложил все, что у тебя было. Вот как в этом киртане, такие великие слова, их может просто повторить, но применить в своей жизни кто сможет? Но на практике все гораздо сложнее. Кто-то поет киртана, но не чувствует то, что описывается в этом киртане. Может, внешне они красиво поют, но когда спросить, если спросить, какое чувство в этих киртанах, мало кто может сказать. Jama Kirtan, actually, Kesha Kusima has told it is prohibited for bonded soul. But anyway, if a Mahajan sitting in front of us allow do Kirtan, that means they are giving Kipa. Но Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил, что эти Ямакиртаны, они не одобряются, если мы поем, но если какие-то махаджаны перед нами, они сказали нам пить, то можно. Но по милости Гурудеву, благодаря Гуру Крипе, он был успешен в том, чтобы понять Расалилу и перед своей матерью, перед Уттарой он объяснил ей Брихат Бхагаватамрита. Tanman Jivan Guru Pada Arpan. They are speaking, but they cannot apply in their own life even 1%.
То есть, можно видеть, некоторые могут красиво петь, но киртаны петь, но применить в своей жизни даже на 1% не могут то, о чем говорится в этих киртанах. И вот это применимо в жизни Бхакти Вилас Тирти Гусей Махараджи Кунджи Бихари Видьябхушина. Шрила Прабхупад много раз говорил, то отречение, то самопредание, которое есть в вашей жизни, если я смогу развить его в своей жизни, я буду очень успешен. Смотрите, сколько любви Гурудев имеет к своему ученику. Глупые люди не понимают этого. Гурудев может дать нам все, и ученик, и нет никаких ограничений. Если были бы какие ограничения, значит, мы не можем посвятить себя полностью Гурудеву, поэтому не получаем должного результата. И Шрила Ачарья то же самое говорил. Балаван Адару Ясу Насад Гуру Падам Буже Срутуэр Опи Сасасруэр Кришне Бхакти Наджайвати. Вы можете запомнить все шастры в своей жизни, но все же, если нет, у вас нет сильной любви к Гуру Падпадме, то вы не можете прогрессировать в своем баджане. But you cannot realize the philosophy in your own life. In applied form, you cannot see in your own life. Not possible. That's why Srinivas Acharya used to say. И вот Srinivas Acharya говорил. До тех пор, пока ученик не обретет огромную любовь, огромную привязанность к Гуру Падпадме, он не может прогрессировать на пути Кришна Баджана. Много раз Шрила Прабхупад писал письма. У меня нет времени говорить об этом, но я могу, несомненно, сказать какие-то письма, чтобы мы о каких-то письмах поняли отношение ученика и Гуру Падпадмы. Кунджада внешне был домохозяином. Это чудо. Как Кунджада встретился с Шрилой Прабхупадой. И после этого. Однажды Кунджада страдал от какой-то болезни. И во сне какие-то риши ему не пришли. И сказали, что ты встретишься с каким-то саду, и благодаря его даршану обретешь все сокровища своей жизни. И вот Шрила Прабхупад был. Вот они встретились на вокзале, на Шилде, в Калькутте. И Кунджада увидел его одна так. И потом решил выяснить, где же он находится, где живет. И Кунджада, он узнал от своего детского друга из той же деревни. Previously, Kunjoda used to serve, but what I am speaking, previously
Kunjoda used to serve previously. When Prabhupada came, when Kunjoda came, there is one history. И вот как Кунджада пришел к Шри Прабхупаде, история об этом есть. Он работал на почте в Далхаузи, в Калькутте, это около Хаври вокзала. И вот Кунджада был привык ходить по каким-то духовным организациям, слушать какие-то лекции, но в итоге, когда он встретился со своим другом, с Параманандой, когда он встретился с Параманандой Прабху, он узнал о Шри Прабхупаде, и Парамананда Прабху сказал, что возьми отпуск и приезжай, слушай Харикатху от Шри Прабхупады. Шри Прабхупад здесь. И вот Кунджада взял отпуск, приехал в Майяпур, и вот слушал несколько дней, и Мудрила сказал, что за Харикатха такая, не могу понять ничего. Он хочет доказать, что он единственный саду во всем мире, никого нет, никаких саду больше нет, и вот я уезжаю, в общем. И Парамананда сказал ему, что подожди, они с одной деревни происходили. Что сказал, подожди еще несколько дней, послушай, и постепенно ты поймешь. И вот сказал, что Харикатха — это самопроявляющийся своим умом, интеллектом. Понять Харикатху или саду невозможно, поэтому слушай еще несколько дней. И вот он слушал и пришел к Парамананде и сказал, что ты мой настоящий друг. Теперь я понял, что это великая философия. По милости Шрилы Прабхупады я осознал это. И после этого он попросил Шрилу Прабхупаду и получил посвящение. Это долгая история. Поскольку если буду говорить об этом, это будет подобно Махабхарате. Это будет очень обширная тема. У меня терпение, конечно, есть говорить о всем, но так долго слушать не каждый может. И вот Шрила Прабхупада говорил так, и Кунджада решил принять прибежище у какого-то саду. Это раньше случилось. After there so many incidents, I have to match this incident. This is serially, but I'm not going to speak serially. Махараш не последовательно говорит, по времени это не совсем связано. Вот, в общем, он устал от материальной жизни. По совету какого-то сахаджи приехал в Навадвипу, на тот берег реки, и встретился с каким-то сахаджим. Тот жил с какой-то женщиной и носил отреченный уклад жизни, раздавал мантры, какой-то бхаджан делал, и ночью
in their bhajan kutir. He was giving accommodation there. Night time when Kunjada is sleeping, he is watching. И вот ночью он, Кунжада спал, и увидел сон, что два леопарда они напали на него и хотят разорвать. И ночью Кунжада вот такой сон увидел, что этот гуру Сахаджи и его жена, они подобные леопардам, которые хотят его сожрать. Кунжада почувствовал себя беспомощным, начал молиться Господу о помощи, и вот проснулся. И подумал, что это наверняка это знак, что нужно валить отсюда побыстрее. To mix with one Sahaja. I was that side of river. First time coming to Navadvip, watching whole sky, star and moons or trees. It looks like, I cannot explain. I'm going from station with, you know, in Riksha, I'm going and watching everywhere. Махарадж Тушка первый раз приехал в Навадвип, он смотрел все. Очень красиво, солнце, луна сияют. Звезды, но он вечером приехал, остановился в каком-то месте, вот на той стороне реки, переплыть еще не успел, и вот это, потом вот в следующий день буквально встретиться с Шрила Бхакти Прамод-пури Дев Госвами Махараджем, по милости Нитянанды мы можем обрести садгуру, и вот Кунжада смотрел. Увидел такой знак, я тоже, когда переехал на Адвипу, я не могу говорить об этом, но я тоже увидел такой явный знак. И вот Кунжада тоже подумал, что наверняка это знак свыше, как я могу находиться в такой обстановке. Почему я такой сон увидел? Why? From both sides. What is this? It must be one indication. Good indication. Then without speaking anything to Gurudev, и вот ничего не говоря, он быстро пошел, уехал оттуда, принял омовение в Ганге и встретился со своим другом детства. И потом встретился с Шрилой Прабхупадой. До этого еще вернулся в Калькутту, там взял отпуск дней на 10 по совету друга своего. И вот он так приехал в Майпур, слушал Харикатху. Несколько дней ему надоело, не мог дальше слушать. Потом его друг сказал, что подожди, еще послушай. Он послушал и понял все. И потом получил харинам от Шрилы Прабхупады дикшу через какое-то время и посвятил себя полностью служению Шрилы Прабхупаде и читанию мадху. И что такое полное посвящение себя можно видеть в его жизни. И вот он попросил Шрилу Прабхупаду, Прабхупад, вы должны отправиться в Калькутту на проповедь. Нет, вы должны ехать. Ради обусловленных душ вы должны ехать туда, иначе зачем вы явились в этом материальном мире? Кунжада говорил, что Прабхупада отправится в Калькутту, тот не соглашался, тот приводил аргументы, сказал, что все организует там для него, поэтому приезжайте. Кунжада
В общем, снова и снова приходил с такой просьбой, Шрила Прабхупада в итоге согласился. И вот Махарадж жил поблизости, но в Калькутте, где жили дома родители, был рядом с домом этого Кунджады, с вами Бхактиданта, с вами Махараджа, рядом с этого с Бхагбазарматхом. Ну, где-то метров ста он там жил от него. И вот там еще жил какой-то великий доктор, он родился в Акачакре. Он был великим саду, но жил как домохозяин. И вот он открывал свое... В общем, в своей больнице круглосуточно жил практически. Но он спал в своей больнице, поскольку какая-то пациенты могли в 2 часа ночи прийти, поэтому, чтобы никого не заставлять ждать, там прям там и спал. Потом какую-то книгу написал, потом узнал о Шриле Прабхупаде. Потом написал какой-то вопрос какому-то саду, который жил на другой стороне Ганги. И тот ответил, ты пишешь письмо мне, но ты не знаешь, что есть великий саду. Бимала Прасад Сарасвати живет там рядом с тобой. Вот получи у него спроси. И вот он написал какую-то книгу замечательную о переводе не он, а кто-то, какая-то матаджи написала какую-то замечательную книгу, она обрела даршан Кришны. И такое ощущение в процессе чтения книги возникает, что сама Сарасвати явилась и написала эту книгу. А на английский перевести ее сложно очень. И вот когда читаешь, видишь, как будто Кришна является перед вами. И как в процессе чтения книг Шрилы Бхактивинода Тхакура возникает картина Галоки. Далеко не каждый может так написать, так описать все. И вот дом Кунджады был в таком этом. Пиши доступности. Горибари, место называется Северной Калькутте. И вот там наш Кунджада находился, его дом. Там до сих пор родственники какие-то живут. Я с ним, с этим, с внуком знаком, Хока Бабу зовут, он этим адвокатом работает, баристером. Не знаю, жив он до сих пор или нет. Кунджада.
Kunjada going to rent one house where Bhakti Vinod Ashram, the first preaching center of Gaudiya Math. И вот он арендовал дом для Гаудия Матха. Бхактивинода Ашрама его назвали. Там началась проповедь Гаудия Матха. Гаудия Матха несомненно вечен. Но земная лила, которая случилась здесь, так развивалась. И вот Кунджада вернулся в Калькутту, арендовал дом больше. Сейчас британцы строили еще этот дом. Technology was a little bit different. So there is to, and he going to take Prabhupada, he had to go and stay there. Who will maintain? Bhagavan can maintain. Kunjada, externally Grihastha. И вот Кунджада, внешне он домохозяин, но если посмотреть на его жизнь, вы будете удивлены. Махарадж написал книгу про него, внук одобрил. Практически готово, в будущем напечатают. Там какие-то юридические и другие сложности. И вот в этом арендованном доме они установили Бхактивинода Ашрама, и проповедь Гауди Матха в Калькутте началась именно оттуда. И вот Кунджада привез Шрилу Прабхупаду в Калькутту, поселил там. Шрила Прабхупад находился там какое-то время, писал статьи на каком-то чуть сломанном стуле и столе. И Кунджада каждый день утром. И Кунджада находился много времени с Шрилой Прабхупадой, в процессе еще в то время работал на почте. Он решил служить Шриле Прабхупаде. С помощью денег, ума, речи, своего тела, все, что он мог, он делал. И вот он повторял около, просыпался около 4 утра, повторял аник, начинал делал все, ходил, покупал овощи, продукты, готовил, предлагал божеству. В общем, готовил, кормил Шрилу Прабхупаду и где-то в 9:30 уходил на работу. Вот кормил Шрилу Прабхупаду, доедал то, что осталось, мыл посуду, все убирал и просил благословения Шрилы Прабхупады уйти на работу. И когда работал на своей работе, я думал о Шриле Прабхупаде. Вот работу он не мог оставить, поскольку
80% своей зарплаты отдавал Шриле Прабхупаде и для поддержания вот этой всей проповеди, аренды вот этого здания и прочее. 50 рупий получал, в то время это достаточно большие деньги были. 50 рупий is equal to almost like 40,000 or 50,000. А Гаудимах в то время беден достаточно был, поэтому его зарплата очень была, кстати. Значит, если бы он оставил свою работу, то кто бы мог служить Шриле Прабхупаде? И вот Шрила Прабхупад чувствовал боль и просил Кунджада, что твои эти... Ты всю зарплату практически отдаешь здесь, что что твоя семья ест. Тот сказал, не беспокойтесь, есть, что им есть. И таким образом, если был бы такой возвышенный саду, как Шрила Прабхупада, признак возвышенного саду в том, что он может отправиться куда угодно без ничего. В одной колпине буквально он и все, по милости Господа, придет к нему все нужное. И вот Шрила Прабхупад, когда был в Калькутте, и вот он начал приглашать всех на лекции Шрилы Прабхупады. Он всех вдохновлял, приглашал, спрашивал, чем тут люди занимаются, смотрите, этот великий саду приехал. И саду всех, саду, все, что он делает, он все делает ради Гурудева, как он же, да, работал на работе, но там активно проповедовал, приглашал всех прийти на даршан к Шриле Прабхупаде. И вот, в общем, многие люди начали приходить к Шриле Прабхупаде. Мы очень благодарны Кунджаде. Он просил, буквально силой привез Шрилу Прабхупаду в Калькутту. И по желанию Кунджаде так обширная проповедь началась. Они слышали, что он внешний сын Шрилы Бхактивинода Тхакура, а Бхактивинода Тхакур был очень знаменит в то время. И после того, как встретились, и вот многие преданные пришли, как Гуру Махарадж, Бон Махарадж, Госвами Махарадж. Все они начали приходить. И Кешав Госвами Махарадж, Алудалой Махарадж. И вот они все пришли, чтобы видеть такого саду, столь редкого в этом мире. Шрила Прабхупад писал статьи, говорил Харикатху весь день. Люди приходили, приходили. Если кто-то приходит ко мне в Гошалу, нужно накормить таких людей. Ну, какое-то гостеприимство нужно проявить и для поддержания этих гостеприимности. Нужны деньги какие-то. И вот Кунджада все готовил, все угощения и прочее, перед тем, как уйти на работу, он все это готовил, покупал, приносил.
фрукты там и все прочее. И вот Шридхар Махарадж пришел, Кешава Махарадж и прочие великие вайшнавы. И вот так первая проповедь началась в этом, в том месте, в Бхактинатасане, в Калькутте. И вот я также говорил о Вишвайшнава Раджа Сабхе. Пару лет назад я говорил. И после этого Шрила Прабхупад был вынужден открыть один мат, поскольку наставление... Гураги было в том, когда Шрила Прабхупад начал повторять 100 раз по 10 миллионов святых имен, то Гурага явилась перед ним и дала наставление проповедовать. И Шрила Прабхупад, он решил открыть мат. И тем временем Джагат Банду Бхакти Раджан, он был один из богатейших людей Калькутты. У него была какая-то фабрика. Тоже жил там, в том месте, рядом, через дорогу буквально. Этот человек был крайне жлобом был, в общем, ни копейки никому не давал. И однажды, благодаря проповеди нашей Гурварге, его характер поменялся. Раньше он даже 10 копеек не мог какому-то нищему дать. Но потом, благодаря проповеди нашей Гурварге, Госвами Махараджа, его сердце и жизнь полностью поменялись. Он был готов купить землю для Гауди Матха. И там сейчас Гауди Миссия находится в Калькутте. Это Бхагбазар, в районе Бхагбазара. Махарадж жил там, до Махараджа был через дорогу буквально от этого, от Бхагваза Гауди Матха. That time I'm speaking, small boy. So, and grandmother used to take me in the temple, right? So they can give prasad to you, catching her. What they are doing, singing, dancing. This way. И вот Махарадж, в общем, эти родители Махараджа водили в этот Гауди Матх периодически, смотрели, чем там преданные занимаются. И вот это место купил Джагат Банду Бхакти Раджан и построил. И Шрила Прабхупад нарисовал дизайн и конструкцию этого Гауди Матха, спроектировал его. И вот Махарадж, когда маленький был, ходил, ворвал глину в этом матхе, там для цветов всяких. Там глина хорошая была, вот он через забор прилазил, пока никто не видит, и глину оттуда таскал. Но потом все застроили, один цемент остался, садов уже там не было.
И этот Джагатбандху Бхактираджа также построил все эти здания Гаудия Миссии. Это было И потом к открытию этого матха организовали большую процессию от Бхактивинода Асаны до этого Бхагаваса Гауди Матха. 108 риданг там было, Шрила Прабхупада, он был очень прекрасен, очень умен, очень разумен, даже полубоги не могут сравниться с ним. Он разумнейший человек в этом мире. Разум. И вот организовали большую профессию, и Шрила Прабхупада шел впереди. Боже, Виграха Гуранги было. И все были очарованы этой процессией. Шрила Прабхупада зашел в Гауди Миссию с Гауранга Махапрабху. И после этого, после проповеди Гауди Матха началась более широко. И вот коренная причина – это Бхактивинода Тхакура всего. И Шрила Прабхупада, можем сказать так же, но все же мы можем сказать, что проповедь Гаудия Матха Кунджада, он, можно сказать, причина всей проповеди Гаудия Матха, то, кто начал это и для служения Шрилы Прабхупаде, для более широкой проповеди нужно было больше денег, но работа на почте ему не могла столько денег принести, и Кунджада, он хотел еще работу где-то в Варше, еще одну работу найти. И вот он взял на себя риск куда-то поехать. А там еще какие-то боевые действия в том районе велись, и вот он так и искал жизни, чтобы заработать больше денег для Гуру Сева. Там раз 10 больше платили, и вот Шрила Прабхупада, когда он узнал об этом, он заплакал, он почувствовал разлуку с чувство разлуки с этим Кунджадой. И Шрила Прабхупада, плача, написал письмо, что тот день, когда ты уехал, я больше не могу спокойно есть и спать. Он буквально так написал. Кто будет заботиться обо мне, как ты? Я вечно благодарен тебе. Как ты живешь в таком сложной ситуации? Я беспокоюсь о тебе. Тут все хорошо, но как у вас там? И вот написал он такое тяжелое письмо. Поскольку его жизнь, она была посвящена Гуру Вайшнавам, и таким образом Кунджада всегда хотел и помочь в проповеди Гуравани. Если я не признаю, то я буду наказан. Во всем Гауди Вайшнавском обществе я был единственный, кто был достаточно удачлив
говорить в том читании о Бхактивинодасане. Ну, там какая-то потом политическая ситуация случилась, пришлось уйти оттуда. Но все же внутри своего ума я всегда нахожусь в Сочитании Мадхи. Я всегда живу в Сочитании Мадхи. Я не живу за пределами его. И вот Кунджада, много вещей случилось в процессе, и Кунджада, он, Шрила Прабхупад, хотел организовать новое общество, и Кунджада выбран был как секретарь его, как менеджер Гауди миссии. Шрила Прабхупад написал в завещании, что пока Кунджа-Бихари Видья-Бхушан живет в этом мире, он будет менеджером и начальником Гауди-Матхи. Шрила Прабхупад назначил его. И вот я еще раз могу повторить, он это, то, что говорит, но хронологически не связано. И вот Кунджада получил письмо от Шрилы Прабхупады, и Прабхупад И вот он, когда получил это письмо, он начал плакать и читать письмо. И там Шрила Прабхупад говорит о себе. Говорит о своей личной сварупе во Вриндаване. И вот и вот он пишет, и когда ты вернешься, я не знаю, встретишься. Он говорит, что я не знаю, у меня со здоровьем плохо, когда ты вернешься, я не знаю, застанешь ты меня живым или нет, но если я физически встречу тебя, то я явлюсь тебе свой даршан в тонкой форме. Но имейте милость в виду, что Шрила Прабхупад может явить свою духовную форму Кунджаде. И вот Кунджада плакал. Когда он это прочел, он расплакался, не знал, что делать. С одной стороны, к Шриле Прабхупаде надо ехать, с другой стороны, нужно зарабатывать деньги на поддержание читания Мадхи. Я знаю, денег иногда мало бывает. И вот когда я вспоминаю это, я чувствую, что я нахожусь во время, вот во времена Шрилы Прабхупады, это был недостаток денег, еще чего-то, но сейчас такого нету, везде богатство, изобилие всего, но часто случается, что изобилие всего становится причиной падения с духовного пути. Но если изобилие к нам приходит, мы должны помнить Притху Махараджа, Джанак Махараджа, они были очень богаты, но это изобилие всего не мешало им заниматься духовной практикой. Иногда можно видеть, какие-то люди были очень бедные, а потом пришло к ним богатство, и они уже не выражают такого почтения саду, скорее пренебрежение выражают. И вот в итоге что случилось в письме
говорилось, что когда ты вернешься, я не знаю, но в то время я могу уже... Но буду ли я живым в то время, не могу сказать, но если буду живым, да, тебе дарую тебе даршан своей духовной формы. И Шрила Прабхупада написал такие слова. Одна глупая гопи. Она подобна глазным яблоком Радхарани, но это бестолковая гопи постоянно где-то бегает. И вот Шрила Прабхупад говорит, есть одна книга. Ну, в общем, в этих таких иносказательных словах он говорит о том, кем он является в духовном мире. И вот наука и философия, она идет одновременно. Как в английском есть такая пословица, что хлеб с маслом хороший, да. Там грамматическое исключение. И поэтому, ну, считается это хлеб с маслом одной едой, поэтому это вместо «а» «из» говорится. И вот Шрила Прабхупад, он написал, вот он так иносказательно сказал о своей духовной форме, что он Наяна Муни Манджари, Виласа Манджари всегда ищет это глупо гопи, ловит ее, приводит к Радхарани. А Вилас Манджари, кто такой, это Бхакти Вилас Тиртха Махарадж. И вот Шрила Прабхупад так очень иносказательно это все описал. И вот Акунджада, он был в Вилас Манджаре. Я чувствовал себя очень хорошо, когда говорил Харикатху на том месте Шрила Прабхупады в Бхактинатасане. Сейчас я там в уме могу находиться, но это тоже хорошо. А всякую политику Махарадж терпеть не может. So Kunjoda receiving the letter, and here Prabhupada developed one carbuncle, you know, carbuncle is one kind of a poisonous, you know, infection. Here, poisonous infection. And this, you know, there's so many pests. Какую-то инфекцию. Карбункул. How to see it? Prabhupada writing day and night, cannot see it, their hand. So you know, now you know that deep relationship. Now you know the deep relationship between Kunjoda and
И вот теперь вы знаете, какие были прекрасные отношения между Шрилой Прабхупадой и Кунджа-дада. И вот однажды в Сарасват-асане Шрила Прабхупад почувствовал какую-то боль в животе. Преданные пытались помочь, кто-то горячую воду принес, кто-то холодную, кто-то одно лекарство, кто-то другое, но не помогало. И вот телефона в то время, мобильных не было. И Кунджа-дада отправил телеграфом сообщение. И когда Кунджа-дада узнал, что Шрила Прабхупад болен, было 3 часа где-то дня, и вот когда он сообщение пришло к нему, он бросил свою работу и приехал быстро к Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупад сидел там, мучился от боли, и когда Кунджа-дада пришел к нему, и что случилось? Шрила Прабхупад увидел его, встал, тот обнял, они обнялись, и вся боль прошла. И как так случилось? И вот это может дать нам понять, какие прекрасные отношения между подлинным учеником и подлинным Гурудевом. Эти божественные отношения мы не можем выразить достаточно почтения. Они великолепны, они превосходны. И вот Кунджа-дада сделал так много для Шрилы Прабхупады. Вся организация всего Гаудия Матха, все это сделано Кунджа-дадой. Большинство матхов из 64, большинство из них были основаны благодаря усилиям Кунджа-дады и Бхакти-дайте Мадхава Госвами Махараджа, Бхакти-ракакши-дайте Госвами Махараджа, они все были друзьями. Хотя Кунджа-дада хозяин, а те брахмачари и саньяси, но когда они приходили к Кунджа-даде, они всегда кланялись, как Шрила Мадхава Госвами Махарадж. Он пришел позже, чем мой Гуру Махарадж, но когда он был брахмачари, сейчас можно. Но в то время денег не было даже на то, чтобы доти купить. Я хочу находиться с Шрилой Прабхупадой, Бхактином Такуром, с Шрилой Прабхупадой все время. Я чувствую такое огромное желание. И вот наш Кунджа-дада, он работал на своей работе. И вот Хайагрив Брахмачари, Мадхава Госвами Махарадж, когда он приходил к Кунджа-дада в его комнату,
и говорил: «О, Кунджада, если у вас есть лишние доти, то хорошо бы дать его мне». То есть он не требовал, что давайте доти, а просил Шридхар. Где-то завалилось лишнее доти, то дайте мне, пожалуйста, то носить нечего. Поскольку Мадхава Госвами Махарадж, он ну, доти, если где-то загрязнялось или рвалось, его просто перевязывали по-другому, чтобы не видно было спереди. В общем, завязывали по-другому, чтобы все поврежденные части не видны были. Но когда уж там совсем нечего было носить, то шли и просили Кунджаде: «Смотрите на каково смирение, и развить такое смирение, сколько рождений нам нужно». И если вы будете развить, сможете развить такое качество, такие качества в этой жизни, я обещаю вам, что снова где-то рождаться уже не нужно будет. Я могу пообещать вам, что в этой жизни вы уже можете достичь успеха, если будете всему следовать. Майя может явиться в различных формах, но нужно стоять на пути Бхаджана. Так много писем. Тут какие-то писем приходят, нужно отвечать на них. Sometimes I need to go to bathroom, na, water, some thing. This way, follow this way. In between, I get the between the I read and he type and same. This way. Night time, 9 o'clock, 7 o'clock. In between, after I get find the right. This way I will have to maintain. This way I will have to get in connection with all you. И вот мне нужно поддерживать связь со всеми вами. Я узнал это от Гуру Махараджа. Иначе что еще делать? И вот Кунджада, он был все и вся. Он был матерью Годи Мадха. Он был этим управленцем всех гаудимадхов. Все какие-то проблемы, если случались, все приходили к Кунджаде, спрашивали, что делать, тот давал советы. Somewhere in the world, some small baby taking my brother, taking birth. Somewhere somebody in hospital, ICU, intensive care unit. Sometimes a man asking his wife, my husband, doing this treatment, how I can live, Maharaj. Somebody putting, crying in front of me, this is my financial position, Maharaj. So all is my all family. You all are my family members. Я иногда шучу, что моя семья большая, хотя я не женат, но моя семья большая, я всех вас воспринимаю как участников, членов моей семьи. И вот также Шрила Кунджада Прабху, он ко всем относился как к своей семье, пытался помочь им, как он может. Я от Гуру Вагету узнал, что весь мир мы должны воспринимать как нашу семью. Те, кто пришли к подлинному саду, нужно их воспринимать их как родных людей. It is coming from heart. I was speaking him. A reality there. Though I am joking with them, but it's a reality. There is a poor man there standing, staying just near my library. They are asking me for help. I say, I am a beggar, you see. Тим Махараджа, как эти соседи, ну, где в Гошала, и он, в смысле, библиотеки, вот там...
соседа, в общем-то, мать умерла, тут пришел помощью Махараджа спросить какую-то. Махарадж сказал, что он отреченный, помочь деньгами не может, но может совет хороший дать. То есть, может, вот 2000 рупий кто-то отдал, до этого к Махараджу заходил. И вот что можно, вот могу тебе помочь тем, что можешь взять, пойти. Вот на эту 1000 рупий, две тарелки просада в этом, как его, в Самадхи Бхакти Натакура. И вот эту одну тарелку просада можно предложить ушедшей матери, другую самим съесть. И благо твоя мать получит. Еще тот человек какой-то дочке пришел, Махарадж угостил сладостями, ручку подарил. Но этот человек доволен остался, как будто Махарадж его, ну и Махарадж говорит, как с родным человеком, и тот очень доволен остался. И таким образом мы должны очень иметь прекрасные отношения со всеми. И это как эта техника Шрилы Кеша Госвами Махараджа, Шридхары Госвами Махараджа, это помогает помочь людям. Они чувствуют нашу заботу, нашу любовь к ним. И вот кунджада, как кунджада, он мог решать тысячи проблем одновременно. Что-то на кухне, если случалось, или в полях с какими-то мусульманами, или Шриле Прабхупаде что-то нужно было. Кто-то поехал на проповедь куда-то далеко. Все это он решал, все возникающие проблемы в процессе. Очень изящно все делал, артистично. И в этом техника Гуру Вайшнав, Гуру Вайшнава, они очень разумны. Почему? Потому что у них нет вожделения. И вот весь день они как бы одни, но не одни, они поют киртаны. И поскольку вайшнавы, они свободны от всяких беспокойств, поэтому они очень разумны, их разум не отвлекают никакие беспокойства. Они знают, что Бхагаван с ними, он решит и все возникающие проблемы. И вот я хочу закончить, но перед этим хочу сказать наставление Кунджи Бихари Видьябхушана Бхактивилас Тетхи Госвами Махараджа. Все люди должны знать. Я бросаю вызов вам. Попытайтесь найти, кто знает о кунджаде. Всех как-то игнорируют его, себя пытаются выставить вперед. Все как пытаются скрыть его славу и выставить себя, и это зовется демоническим настроением. Вайшнавы должны прославлять вайшнавов, а не подавлять их славу и выставлять себя на показ. И в этом главное. Кто знает о кунджаде, но мало кто знает. И вот перед тем, как закончить, я хочу сказать нечто очень важное.
Кунжадан написал множество наставлений, и Махарадж книгу написал про его наставление. Вот Кунжада говорит, чтобы мы были очень осторожны перед тем, как принимать какие-то важные решения, слушать Гурудеву. И вот мы должны быть очень осторожны, поскольку слушать Гурудеву и Гурварги — это подобно прыжку в огонь. Готовы ли мы это сделать? Но этот огонь не сожжет нас, но он там есть. Но мы все равно должны быть готовы и не бояться. Как пример могу привести. Катия Бабу с Нимбарка Сампрадай. И вот этот Катия Баба, Сидда Махатма, он совершал баджан в Гималаях, в какой-то пещере. Я не прошу вас его следовать, просто привожу его в качестве примера. И вот он совершал баджан. И сейчас уже 800... Какие-то саду есть, которые уже 800 лет, 1000, 2-3 тысячи лет совершает баджана Шатхама. Он уже 5000 лет совершает там свой баджан, я о нем говорил. И вот этот саду там, и вот однажды один саду, он в пещере был вынужден остановиться, не знал, что там кто-то еще есть, но, в общем, проливная дождь там была, в открытом поле буквально, негде спрятаться, и вот он зашел в эту пещеру, и там увидел какой-то другой саду, совершает баджан, он поклонился ему. И вот он сказал, что дайте мне прибежище, вы мой гуру. И тот саду засмеялся. Ты хочешь стать моим учеником? На хинди вот так, такие слова сказал. Иди, прыгни с этой скалы в реку, если прыгнешь, то пойму, что ты достоин стать моим учеником. Ученик, значит, исполнять указания Гурудева. И этот человек, который хотел стать учеником, он пошел без всякого сомнения, прыгнул в эту реку с горы. И Гурудев с помощью своей йогической силы поймал его в процессе и сказал, да, можешь стать моим учеником. И Кунжада тоже говорит так, если вы хотите слушать Гуру Вайшнава, вы должны быть готовы буквально прыгнуть в огонь. И вот так много вещей я хотел сказать, но времени мало. गुरुवार्ते धरे जस्तु शशिश्यः नेतरस्थितः वांछकल्पतरुषि के पास निव्यविच पतितानं पावने भोविष्णव्यो नमः कुंजविहारी विद्याभूषण जी की जय। वी वांट टू गेट हिज कृपा।